По заявке Светланы из заполярного города Норильска прибыл я на улицу Кооперативную. Ну, я здесь не бывал, у меня никто не живет. Ух, какой хороший асфальт здесь проложили. Положили, вон как, вон как. Тихонькая такая улица. О, а вон там даже каштан посажен. Вот, каштан. А здесь яблочки зреют. О, хороший урожай. И не пыльно здесь. Яблоки-то можно есть. Ну, вон там терновник. Березки, рябинки. Она сказала, у ее родителей когда-то жили в первом доме, но с буквой, она сказала, и двухэтажный. А вот здесь вот кооперативно один одноэтажный дом, вот здесь кооперативно два. Вон рубекия, золотые шары. Здесь тоже яблоки. О, вон там яблоки, яблоки есть, яблоки. А здесь улица. Ух, хороша береза-то. Ух, хороша. И небо осеннее, голубое. А что, проедусь я вот сейчас на велосипеде? Ну, конечно, в руке, если буду держать, могу и брякнуться. Но слегонца попробую. О. Еду по улице Кооперативной. Вот он. Какой отличный асфальт. Вот, ну, это четвертый дом. Вон там пятый. Ух, меня потрясывает. Но асфальт-то приличный. О. Вот здесь явно жилой дом. От техникума будто бы. Раньше училище все мы называли. СПТУ. Вот здесь уже оно СПТУ. А сейчас будто бы филиал котельнического техникума. О. А с той стороны жилые дома. Нормально люди живут. Вон красиво. Цветочки. А вон там пруд. Уже добрался я до пруда. Что-то я вверх снимаю. Вот сейчас меня могут и сшибить. Ну ничего. Вот здесь коттеджи. Коттеджи. Уже микрорайон ТМК начинается. Вот я добрался до микрорайона ТМК. Сейчас завершу свою эпопею. Сейчас меня точно замнут. Вот я слез как-то с велосипеда. И вот там вот улица Кооперативная. О, проехался я по ней. Угловой перекресток поселка Свеча. С запада на восток идет улица Свободы. Центральная улица Свечи. И вот здесь она раздваивается надвое. Направо уходит улица Татменина. К школе я туда ездил.
А налево идет улица Мира, которая уходит в заречную часть поселка за железной дорогой. Не знаю, за какой рекой, но называют заречная часть. Ой, машины ездят. Вон там стадион. Жилые дома там. Хорошие, трехэтажные. Здесь остановка. Автобусы обычно останавливаются. Там дом культуры. Дом культуры. Крышу все у него делают, делают. Она все течет. Потому что прямая, не знаю, для каких целей прямая сделана. Вот здесь был дом культуры у нас. Деревянный. Вот. Ага. Это деревянное здание, где пели и плясали, снесли. Оно уже стало ветхим. Разбили парк. Парк Победы. Мы садили деревья. Парк Победы. Павшим воинам. А потом построили церковь. Никогда свечи церкви не было. Но в новых условиях люди захотели молиться. А вон там, вон, кинотеатр «Аврора». Кинотеатр. Но теперь библиотека. Свечинская библиотека. Здесь церковь. А там памятник павшим воинам. Здравствуйте. Здравствуйте. Пионеры идут. Как? Ага. Мы все снимаем. Что бы нам не поснимать? Все, что душе угодно. Вот тогда вроде бы еще и зимой снимали, да?